В 2025 году начнется реконструкция котельной номер 5 в Реутове по адресу Юбилейный проспект 5А, которая была введена в эксплуатацию в 1976 году, а последний капитальный ремонт состоялся в 2001 году. За долгие годы оборудование морально устарело и износилось. Обновление котельной поможет избежать аварийных отключений, что очень важно, ведь она обслуживает не только многоквартирные дома, но также школы и детские сады. Это пятая котельная и первая котельная будут в рамках программы модернизированы, их мощность будет увеличена на 20%. Это очень важно с точки зрения того, чтобы в городе не произошло каких-то эксцессов, которые были в разных городах Московской области уже в прошлом году в силу сложного такого зимнего периода. На проверку подготовки реконструкции котельной позвали и жителей, которых интересует процесс и как он повлияет на подачу тепла. Администрация округа регулярно выкладывает всю информацию у себя на сайте и в социальных сетях и рассказывает о процессе. Каждая реконструкция котельной, либо капитальный ремонт, они связаны с остановком, с остановом котельной. И, естественно, жители переживают, как у них будет организовано подачи горячей воды, центрального отопления. Поэтому держим в курсе по срокам и по видам работ. Помимо котельной номер 5, также под реконструкцию у нас планируется котельная номер 1. Эти две котельные самые, скажем так, старые в городе, поэтому их реконструкция необходима, и ее мы планируем с 24 по 26 год провести. В 2026 году проект планируют завершить. Общая стоимость работ – почти 900 миллионов рублей. Это средства регионального и муниципального бюджета. Обновление котельной обеспечит безаварийное эксплуатационное производство и качественную услугу теплоснабжения.